друзья, сегодня будем готовить темпуру. Темпура – это японское блюдо такое. Ну, вообще делают и в Китае распространено. Ну, в основном, вообще-то, я так, насколько знаю, это японское блюдо. Буду делать из овощей. Ну, делают еще креветки в кляре, знаете. Это вот овощи в кляре. Понадобится нам для этого кляр такой. Он продается в магазинах, таких в гипермаркетах, вот, в китайских магазинах, в японских. Понадобится также кляру вода, понадобятся овощи, перец болгарский, картошка, морковь, лук репчатый, соль. Для соуса понадобится нам кинза, острый перец, чеснок, соевый соус, уксус. И масло для фритюра понадобится. Приступим. Морковку я натру на корейской терке соломкой. Вот я натерла морковку вот так. Можете руками порезать. Сейчас я лук и перец я порежу руками, да, ножом. Перец я порежу руками, вот так тоненько. Вот таким образом. Отправляем перец в морковь сюда. Лук тоже порежу ножом. Вот так его надо нам разделить. Тоже отправим к овощам лучок наш. И вот сюда же, в эти овощи, натру картошку тоже на терку. Вот, друзья, все овощи мы нашинковали. Теперь я посолю. По вкусу солим. Перемешаю. Сейчас сок даст. Овощи дадут сок свой, и я этот сок солью. Хорошенечко, равномерно вот так все перемешаем. Так, овощи у нас там стоят. Берем смесь и наливаем сюда водички. И все это нам надо размешать без комочков. На 500 грамм смеси, там уже соль содержится, все уже есть. Понадобится 700 грамм воды. Сейчас мы это все хорошенечко перемешаем. До однородной массы хорошенечко. Вот так нам надо сейчас все перемешать. Вот, друзья, вот такая у нас гладкая масса получилась. Вот, сейчас мы сольем сок с овощей. Овощи дали сок. Вот мы его сливаем. Ставим на огонь сотейник, где мы будем обжаривать темпуру. Наливаем масло туда. Такой небольшой фритюрчик будем делать, чтобы у нас погружалась туда наша масса овощная.
масло льем, как во фритюр, когда жарим картошку фри там. Друзья, сейчас вот берем часть массы нашей овощной. Вот, так вот отжимаем. Уже, в принципе, слился висок. Кладу в другую чашечку. И сейчас буду заливать нашей смесью. Вот одну часть пока, чтобы... Потому что все равно овощи потихоньку сок дают, чтобы у нас не перемешивалось. И заливаем это темпурой. Так вот. Постепенно, частями будем делать. Перемешиваем это все. Вот еще нужно подлить. Чтобы, в общем, обволокли овощи. Ну, как он, смесь называется? Да, смесь наша. Кляр, да, скажем, кляр. Чтобы он обволок все наши овощи. Вот так вот. Сейчас масло накалится, будем отправлять. Друзья, теперь я беру вот так вот, просто рукой вот, вот перемешала вот так. Беру вот так часть и опускаю в масло. Вот таким образом. Это очень вкусный гарнир. Можно подавать овощи с мясом, с курицей. Вот. Это я вот такой большой положила. Можете поменьше класть. Хватается сразу у нас. Видите, вот. Сейчас низ у нас поджарится. И мы перевернем на другую сторону. Аромат идет великолепный, друзья. Теперь переворачиваем на другую сторону. И продолжаем жарить. Вот, друзья, я опять перевернула. Видите, форму держит. Вот такие красивые, хрустящие все будет. Готовится моментально, потому что это как фри. Картошечка все, морковочка меленькая. Аромат, друзья, потрясающий. Как будто жарится картошечка с луком. Плюс там вот этот запах, аромат перца идет. И моркови. Вот такие они у нас красивые получаются. Все, друзья, они подрумянились у меня. Вот смотрите, как выглядит. Это очень-очень вкусно. И отправляем на бумажное полотенце, чтобы лишнее масло у нас стекло. И сейчас я также отправлю. Можете поменьше делать, они как гнездышки получаются. Я отправляю следующую партию. Масло у нас уже разогрелось как следует. Мы продолжаем жарить, периодически поворачиваем. Вот такая красота у нас. Все, эта темпура тоже готова у нас. Вот так она выглядит. Вот. Тоже отправляем на бумажное полотенце. Приподнимем чуть-чуть. Вот так. Такие гнездышки у нас получаются. Отправляем следующую партию. Так вот перемешиваем, обволакиваем и следующую партию отправляем. Вот так. Вот, друзья, третья наша тоже готова. Они разной формы получаются, такие красивые. Я сейчас все вот так пережарю таким способом. Отправляем на бумажное полотенце тоже. Вот, зацепилось. Хрустит. Как крабик какой-то. Друзья, пока стояли овощи, еще там собралась влага, сок овощной. Я его тоже слила. Вот. Еще, видите, больше стало. Я слила. И теперь я опять это отправляю в эту чашечку. И буду также заливать
темпурой. Он сейчас постоит, все пропитается. И сейчас все это дожарю. Можете положить зелененький перчик. Тоже будет красиво. С красненьким перемешать. Еще краше будет. Вот так вот. И пускай вот так постоит у нас. Вот так. Друзья, сделаем соус. У меня все готово. Сделаем очень вкусный соус к этому блюду. Порежем кинзу меленько. Отправляем в чашечку. Порежем перчик остренький. Перчик нарежем тоже помелче. Тоже его отправляем сюда к зелени. Если вы острое не любите, не переносите, можете исключить острый перчик. Теперь мы сюда отправим чеснок через пресс. Теперь нальем сюда соевый соус 50 миллиграмм миллилитров. Так, пол столовой ложечки 9% уксуса, ну так немножечко совсем, и хорошенечко это перемешаем. Очень вкусный соус получается к этому блюду. Вот такой вот. Сейчас буду подавать, друзья, все готово у меня. Сейчас буду подавать. Все, друзья, наша темпура готова. Вот так это выглядит. Это вполне самостоятельное блюдо. Можно как гарнир готовить. Я уже говорила, к рыбе, к мясу, к птице. Это очень-очень вкусно. Вот соус к нему, да, подается. Вот давайте я сейчас один поломаю, какой взять, который не такой горячий. Они хрустящие. Вот ломаете. Очень хрустящие. Макаете в соус. Вот так вот. И кушаете. Объедение, друзья. Готовьте, друзья, на здоровье кушайте. Прям вот хрустит прям. Вообще просто это объедение. Друзья, всем желаю крепкого здоровья, удачи, успехов, любви. Берегите себя. Скоро увидимся. До новых встреч. Пока-пока, друзья. Приятного аппетита. Пока.